Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о соли. Соль – древнейшая из приправ. Без нее не обходится приготовление практически ни одного блюда. Соль необходима нам для поддержания жизнедеятельности, но в небольшом количестве, поскольку многие продукты, особенно овощи, фрукты, зелень, хлеб, сыр, молоко, уже содержат хлорид натрия. Особенно богаты солями сельдерей, морковь, свекла, помидоры, редис, картофель, огурцы, из фруктов яблоки и виноград. Органические соли, содержащиеся в овощах и фруктах, усваиваются нашим организмом полностью и выводятся без остатка, в то время как излишки неорганических солей из организма полностью не выводятся и откладываются в соединительных тканях. Зачем нужна соль нашему организму? Соль является неизменным веществом для правильного функционирования человеческого организма. Она не производится нашим организмом и поступает только извне. Хлорид натрия является одним из составляющих всех жидкостей организма – крови, лимфы, желчи, слюны, слез, желудочного сока. Хлорид натрия является важнейшим электролитом и помогает поддерживать баланс между водой и электролитами в организме. Соль принимает участие в регулировке артериального давления. Она ответственна за разжижение крови и лимфы, способствует органам дыхания освобождаться от накопившейся в них слизи, помогает регуляции уровня глюкозы в крови. Соленый вкус активирует слюноотделение, что особенно важно для переваривания пищи. Соль участвует в пищеварении на разных уровнях. Натрий способствует усвоению углеводов, а хлор ускоряет переваривание белков. Дневная норма потребления соли колеблется между 3 и 5 граммами, это примерно пол чайной ложки, в зависимости от индивидуальных особенностей. Например, при повышенном потоотделении, в жару и при занятиях спортом количество потребления соли следует увеличить. Если вы не едите солений, маринованных, квашеных продуктов, то вам необходимо ежедневно потреблять достаточное количество соли. Нельзя полностью лишать организм соли, но употреблять нужно правильную соль в умеренных количествах. О том, какую предпочтительнее употреблять соль, будет сказано чуть позже. Поваренная соль проходит интенсивную обработку, измельчение и очистку от веществ, которые могут быть полезны организму. При этом в соли остается большое количество хлорида натрия и лишь незначительное количество микроэлементов. Как известно, поваренная соль задерживает воду в организме. Существует мнение, что она особенно вредна людям с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, так как переизбыток натрия в организме способствует повышению давления. В свою очередь, это может привести к заболеванию катарактой. В соль часто добавляют йод, который помогает поддерживать здоровье щитовидной железы. Но если вы придерживаетесь здорового образа жизни и правильного сбалансированного питания, то уровень йода у вас и без того должен быть в норме, а его излишек может привести к тошноте, головной боли и гормональным всплескам. Морская соль, в отличие от обычной столовой, не состоит исключительно из хлорида натрия, а содержит в себе и другие микроэлементы. Но желание производителей сделать ее максимально схожей с поваренной заставляет пускать ее через некоторые методы обработки, лишая пользы. Поэтому при выборе морской соли читайте этикет. Кроме морской соли, там не должно быть никаких других примесей.
Самой ценной считается серая морская соль. Такой цвет она имеет потому, что в ней есть включение океанической глины и частичек микроскопической водоросли дюналиэллы, растения, обладающего антиоксидантными свойствами. Морская соль солонее обычной соли, поэтому она экономичнее. Она более равномерно просаливает и придает характерный морской привкус, сохраняя истинный вкус продукта. Принимая ванны с морской солью, заметно улучшается состояние кожи, а также укрепляются ногти. Морская соль входит в состав многих скрабов. Антибактериальные и мягкоабразивные свойства позволяют использовать ее для чистки лица и тела. Морская соль добавляется в ножные соляные ванночки для лечения грибка стопы. Ингаляции с морской солью помогают при лечении простуды, ангины, кашля и заболеваний бронхов. Розовая гималайская соль помимо кулинарии применяется в качестве лечебного раствора, солевых ванн, ингаляций, полосканий или компрессов. Гималайская соль имеет более ароматный и нежный вкус, чем обычная поваренная. Она обогащает продукты значительным количеством витаминов и микроэлементов. Она прекрасно дополнит любые блюда, придав им неповторимый вкус и аромат. Кроме того, ее можно использовать при засолке и мариновании. В продаже пищевая гималайская соль встречается в виде средних по размеру кристаллов. Это связано с результатами исследований, которые определили, что лучше всего она усваивается в кристаллическом состоянии. Перед применением следует измельчить ее в ступке или мельнице. Розовая гималайская соль помимо кулинарии применяется в качестве лечебного раствора, солевых ванн, ингаляций, полосканий или компрессов. Она повышает иммунитет, стимулирует пищеварение, нормализует обмен веществ, восстанавливает и балансирует водно-солевой обмен, очищает организм от шлаков и токсинов, что в свою очередь способствует похудению. При использовании в ваннах она оказывает комплексный терапевтический эффект, помогает от боли в суставах, расслабляет мышечные ткани, улучшает циркуляцию крови и лимфы, способствует омоложению клеток. Кроме того, благоприятно действует на состояние кожи, волос и ногтей. Кожа становится более упругой и эластичной, помогает при болезнях сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, гипертонии. Используйте раствор для полоскания в борьбе с бактериями ротовой полости. Это хороший способ борьбы с неприятным запахом изо рта, зубной болью и кровоточивостью десен. Также раствор помогает при простуде, гриппе и ангине. Ингаляционные солевые процедуры – отличное средство для избавления от насморка и покраснения горла. Достаточно добавить одну ложку соли в кипящую воду и подышать над паром. Она подходит для очищения носа с помощью раствора соли для предотвращения болезней, профилактики и поддержания важного органа в идеальной чистоте. Для восстановления и поддержания оптимального водно-солевого баланса утром после пробуждения пейте большую чашку теплой воды с добавлением розовой соли на кончике чайной ложки. Гималайская соль эффективно помогает при кожных заболеваниях, герпесе, псориазе, сыпи, укусы насекомых. При поражениях кожи смочите водой рану и присыпьте солью. Раствор соли отлично успокаивает кожу и устраняет покраснения при порезах и царапинах. Используется она и в лечении угревой сыпи. Она обладает превосходными очищающими и отшелушивающими свойствами и входит в состав разнообразных косметических продуктов, например, мыла и скраба для лица.
Известно, что кирпичик розовой соли прекрасно очищает воздух и наполняет его ионами. Из него изготавливают специальные лампы. Кроме того, соляные кирпичи используют для внутренней кладки в искусственных пещерах, оздоровительных клиник и центров. Процедуры в соляных пещерах очень эффективны людям при заболеваниях нервной системы, депрессиях, стрессах, а также при заболеваниях легких и дыхательных путей. В Индии черную соль называют кала намак. Она обогащена большим количеством полезных микроэлементов. В куске она имеет черный цвет, а при помоле становится бледно-розовой. При попадании в пищу она темнеет. Кала намак состоит из хлорида натрия с примесями сульфида железа, магния и сероводорода. Именно из-за сероводорода у черной соли характерный специфический запах, напоминающий вареный желток. Из-за этого она не может заменить обычную соль. Черную соль добавляют в уже готовые блюда, так как при термической обработке она теряет свои полезные свойства и аромат. Используется в любых блюдах для придания характерного вкуса, в супах, салатах, вторых блюдах, омлетах, закусках из творога и бутербродах. Черная соль, как и гималайская, в отличие от поваренной, не повышает содержание натрия в организме и не задерживает воду, поэтому также может подойти людям с высоким кровяным давлением, сердечным больным и тем, кто страдает отечностью. Кала-намак улучшает пищеварение, избавляет от изжоги, улучшает перистальтику кишечника, избавляет от вздутия живота и газообразования. Черная индийская соль оказывает антисептическое действие, снимает мигрени и головные боли, улучшает зрение. Раствор черной соли применяется для полоскания при ангине и воспаленном горле.